Ну, Басик, ну ты где уже? Я здесь. Ты что, ты с ума сошел? Давай уменьшайся уже. Уменьшайся, я тебе говорю. Ты дурак, что ли? Ты что такой маленький-то? Привет, привет. Увеличивайся быстрее, ты дурак. Все, 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 спокойно, спокойно. Мы на Майнкрафт Мане, ну, Басик. Дай пять. Ты что, мы далеко, какой пять-то, дурак, что ли? Короче, я на баланс закинул 200 майниксов. Прикол. Ты какой-то глупый вообще. Короче, давай так, если будет дофигища лайков, то мы с тобой будем продолжать битвы. Обязательно. Я тебя отмотохую! Не надо, пожалуйста. Ну все, 200 майниксов. Ты мне потом соточку отдашь, правильно? А что ты ржешь? А, нифига себе, прикольная штукенция! Это новое противостояние! Ты готов? Блин, он тут сразу прям золото тащит. Да нифига не золото, видно же, что алмаз лучше. Ты золото рулит, золото алмазы. В топе. Алмаз, алмаз. Я за алмаз, я сегодня буду открывать только алмаз. Золото! Какое? Я твои три слова уже уделал одним, так что поехали, давай. Давай, я открываю первый, готов? А давай на суефо. Я готов, давай, ты готов, суефо, ты готов, я выиграл. Ты готова, я выиграл. Поехали, я открываю, я буду раскрашивать билет, да, я буду билет раскрашивать. Что ты смотришь? Так нечестно! А чё нечестно-то? Поехали! 49 майниксов, кстати, он стоит. Нифига себе! Но мне кажется, там нормальные призы будут. Ого! Ну, чё за говно? Смотри! Так, надо угадать. Я думаю, здесь. Ха! А чё это за фигня? Это алмазный меч, вообще фу! Зато он стоит 75 майниксов, и я уже выиграл. Нормально, вот все, на нормально. Вот на золотом я вообще тебя отмутохаю. Да нифига, ничего ты не... Подожди, это противостояние, получается, место воды против лавы, а ты-то не знаешь, блин, прикиньте, ребят. В смысле не знаю, я так-то Нубаса поддерживал все время. Да? Да. А? 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 Нубасик! А че, нет твоего дружка, давай открывай. Нубас! Давай. Ты меня подводишь. Все, я вообще отмутохаю тебя, смотри. Да давай, перестань, что ты? Что будешь делать, раскрашивать или крутить? Не, я всегда про кендолов крутил. Поэтому я буду крутить. Я буду барабан крутить. Так ты дурак, потому что... Крутить барабан. Давай, поехали. Давай. А ты видел какие там призы? Смотри, у тебя алмаз есть, он тебе еще выпадет. Нет, вообще не выпадет, смотри. Да, нет. Смотри, сейчас будет. О, алмаз, алмаз. Нет. Так мотыга за 25 майниксов. И чё она тут золотая? Да зато ты не окупился, а я окупился, мне 75 было. Зачем мне купаться? В смысле купаться? Окупаться. Зачем мне окупаться? Ты дурак, что ли? Ты знаешь, что это за слово-то вообще? Нет. Передурок. Давай я тоже тогда буду... Ты видел, что у меня за призы? О, там куфтик есть! Куфтик, все, давай, топим за куфтик. Какой куфтик? Он 15 майниксов стоит. Зато это куфтик! Ты мне тогда 200 потом отдашь. А? Дурак, что ли, вообще? Куфтик. Не, никаких кустиков, нет. О, 500! Нет! Стой! Нет! Да там недолго до 500 оставалось. Да это вот все выше. Но я все равно, я в плюсе на 1 рубль. На 1 майникс. Да фигня, сейчас я вообще... Я выведу нубов в топы. Тогда я открою еще раз. Нет. Почему? А потому что... Ну ладно, тогда давай ты открывай, раз нет. Сейчас вообще будет. Так, нет. Ты мне деньги слил, у меня 190 баланс, ты что делаешь? Так, тихо. Что тихо-то? Ты мне деньги сливаешь, что ты раскрашиваешь? Сейчас, да, смотри, начинаем с серединки. Да ты же не умеешь раскрашивать. Опа! Ты читать не умеешь, писать не умеешь, раскрашивать тем более. Опа-на! Так, где вот, блин? Да тебе все равно уже ничего не выпадет, ты че, глупый? В смысле не выпадет? Вот только есть гарантированно что-то выпадет, а здесь-то... О! Опа-на! Бич, мечара! Что сделал? Ты дурак, что это? Как ты сделал? Да прикол! Смотри и учись! Там, слушай, там Нубасик! Ого, где? Нубасик! Здорово, братишка! Отмутоха его, давай! Не-не-не, нифига, здесь как раз-таки профессионал выигрывает. Давай так, если будет реально дофига лайков... Вот реально дофига, то мы с тобой это противостояние в него порубимся. А? Я за Нубаса? Ну да. Тебе крышка! А еще лайков-то нету, давай, завязывай. Давайте лайкотики обязательно! Завязывай давай. Я буду раскрашивать. Кого завязывать? У меня веревок нету. А шнурки? Блин. Так, тихо. Нет. О, питик, можно питик, пожалуйста? Куфтик! Куфтик?
Ты дурак, что ли? Какой куст 15 маниксов? Чисто минус. Чувствуешь? Ты чё? Фу, ты дурак? Ты чё, с ума сошёл? Короче, давай я тогда ещё раз открою. Нет. Да? Смотри, кто-то голову зомби выиграл. Ого. Страшно? Фу. Нет! А ты куда убежал-то? Ну, Басик, ты придурок? Тогда я ещё раз открою. Главное, чтобы он не вернулся. И мне нифига не испортил. Поехал. Какой он красивый. Ну, Басик, тут алмаз красивущий есть. Фу, алмазы говноны! А ты что там делаешь? Я кофтик нюхаю. Кирка за 25. Чё? Чё? А. Да, кирка, ну вообще фиговая тема. Но... Давай ты тогда открывай один раз. Я один раз открывал, и ты сейчас один раз открываешь. Ты один раз открывал? Конечно, один. Ты меня не обманываешь? Я тебя не обманываю вообще никогда. Пишите в комментариях, обманул меня или нет. Нет. Крутим балабан. Давай крути. Ну да типа крутим про кендола, только крутим балабан. Тебе все равно ничего здесь не выпадет, ты же 500, понимаешь. Слушай, 500. Да ну баса надо. 500. Алмаз. Нет. Алмаз. Нет. Так, стоп, получается, ты мне деньги проиграл опять? Я, конечно, рад, что алмаз, но ты мне опять майниксы проиграл. А, чё? Ну бас? Ну бас? Чё, ну бас, алё, ты мне... Ну бас, мочи его, ну бас! Чай, я тебе покажу, как надо действовать. Давай откроем быстро. 20 манниксов в карман! А, не 20, 10 получается. Чё ты делаешь? Ты чё загрузился-то? Алё! Ну бас, смотри, золото! Куст! Где? Да вон там, вон здесь. Ого, куфтик! Всё, давай сейчас ты открываешь, да? Да. А может я? Нет, я. Да давай я. Давай на суефа, я выиграл. Прикол ты. Так, барабан я уже крутил. Ты чё, надо же нажать, раскрасить, дурак. Не ути утёного, утёным будет. Какой ты учёный, ты себя видел вообще? Опа. Нет? Да ну. Золотое яблочко. Да ну! Золотое яблочко. Не, только не угадай, пожалуйста. Золотое яблочко, 100 майникса! Ты же понимаешь, знаешь пословицу, дуракам везёт. Ты дурак. Тебе я повезло. Не дурак, я просто дебил. Ну тем более. Ты чё, алё? Яблоко золотое, смотри. Я тебя выиграл. А я буду крутить барабан. И сейчас я буду это делать медленно. Поехали. Сейчас кустик выпадет. Не, какой кустик? Он мне уже выпадал. Пожалуйста, вот этого больше не надо. Кустик, уродин. Давай, кустик. Да никаких кустиков. Да. 500 можно. Нет. Есть. Да еще чуть-чуть. Да почему так-то? Главное, не 500. Это же новые кейсы. А 500 это сколько? Да ты считать не умеешь, даже не думай. Давай посмотрим в личном кабинете. Прикол. Смотри, на какую сумму я кейсов пооткрыл. 55 тысяч. Как тебе? Понятно, ты же считать не умеешь, чисел не знаешь, да? У меня на квест-крафте больше так-то. Ой, и чё? Всё, на, открывай уже. Всё, я сейчас отмотоху у тебя, смотри. Да давай, конечно. Так, нет, я буду крутить балабан. Кейс золота, это равносильно кейсу нуба, он же всегда хуже, но это же понятно. Это же очевидно, ты чё быстро-то... Чё? Дай пять! Тихо. Спокойно. Это ещё ничего не значит, это не значит, что ты выиграл. Не ржать. Это не значит, я тебе говорю, это еще не победа. Сейчас мне 500 выпадет, вот тогда все перевернулось. Ты походу это перевернул, да? Что делаешь-то? А? Сейчас-то мне точно питик выпадет. Прикинь, питик выпадет. Что ты делаешь? Куфтик, пожалуйста! Да, куфтик! Смотри, прям ровно на серединке остановился. Что, я не понимаю, что за прикол. Почему мне так плохо выпадает? Дорогие братишки и сестренки, я обращаюсь к вам. И что? Я его отбутохал, да. Да нифига подобного. Тогда я открываю еще раз, быстро. Так как? Все, тихо, смотри. Да что, реально золото лучше алмаз? Я не поверю никогда. Открываем. Надо же нажать, раскрасить. Так, не ученого ученым станешь. Ты что, хотел смухлевать, что ли? Хобана. Так не получится. Хобана. Нет. Хобана. Ну, а, ты в минусе. Поздравляю, дай пять. Придурок, ты что делаешь? И сегодня все потеряно, давай! Ты готов? Сейчас-то точно. Я готов, ты готов, все готовы, поехали! Сейчас все готовы, сейчас-то мне точно 500 выпадет. Если не здесь 500 выпадет, то сейчас 500 здесь.
Yes! Yes! Алмаз за сотку! Дай 5! А, да бесполезно. Сотка! Смотри, учись! Да? Куда? Туда! Ага, смотрю! Смотри, крутить барабан! Дай, сейчас тебе выпала сотка, тебе выпала вторая. Чё ты хорош, не открывай быстро, давай интересно. Фу, да чё такое, да чё ты алмазик вообще? На, ладно, давай открой тогда еще разок быстро. Не, давай не быстро, давай покрутим. Смотри, сейчас соточка и либо питик выпадет. Да не, сейчас снова пятнашечка тебе и точно. Смотри, питик выпадет сейчас, вообще питяра выпадет. Да какой тебе питик? Нет. Нет, смотри, смотри, смотри. О, да, офигеть! 500 Маханиксов! Ты серьезно? О, дед Нубас, спасибо, что ты молился! Спасибо моим родным, спасибо моим корицам, спасибо Нубасику! Всем спасибо, я пошел! Куда? Хорошо, что нашел! 643 баланс, сейчас я все выведу, все до единого, так. 643. Так, сейчас кошелек веду, ты это... Не смотри. Я говорю, не смотри! Yes! 643 в карман, я пошел. Я забыл-то вывести денежки-то. Не, ну чё это за развод? Прокиндол. Вот ненадежные люди прокиндолы. Я тебя отбутохаю!